Так. Это уже будет смешная часть. Кстати, игра называется Pool Ends. Окей. Итак. Ну, подождите, я еще пока напишу побольше ДНК и вернусь. Итак, сейчас у меня 40 есть ДНК, и мы точнем передачу по воздуху и вот эти вот, и вот эту вот передачу. У нас не, вот нам хватает неустойчивости к холоду. Ну и пока снова ждем. Я сейчас еще вот тут точно передачу по воде 2. Сейчас, бедные люди. Как тут, как в Центральной Африке, еще никто не зашла. Опять подождем, пока у нас появится больше ДНК. Смотрите-ка, они начали разработку. ДНК сейчас покажу. Будем бороться за право на жизнь. Я уже грозил всю Канаду. Смотрите, у меня 64 ДНК. Могу кощунуть вот это. И симптомы. Все. Снижаем разработку лекарства и опять что. У нас сейчас 2 ДНК, но еще одну способность как-то качнул. Вот. Вот. Они уже разработали лекарство на 27%. Нужно чем-то их заблокировать. Сраженных. Ой, много, я даже озвучивать эту цифру не буду. Эти комарики тоже будут кусаться. Так, кто у нас там самый активный? Ой. Лекарство еще не создано, основной вклад вносит Китай, Новая Зеландия и Германия. Германия, говорите? Лекарство уже 36%. Ничего, сразимся и уничтожим. Все, теперь они уже так меня просто не возьмут. Я починил умение, вот эти два. Люди начали массивно умирать, а лекарство все еще разрабатывается. А теперь дальше. Скип. 50% уже. Плохо. Мне нужно качать симптомы другие. Потому что все остальное не действует. Блин, уже 62. Нужно быстро остановить лекарство. Я заразил всех здоровых людей в мире. Теперь ни одного не осталось. Нужно больше ДНК. 75%. Плохо, плохо, плохо. У нас слишком мало ДНК. У нас слишком мало ДНК, всего 7. Нам даже 11 ДНК ни на что не хватает. Народ, короче, они фактически делали лекарства. Это плохо. Они уже почти закончили делать лекарства. Народ, мы проиграли. Все, прощайте. Я проиграл. Я проиграл, не вечный, уже лечит всех.